Всем теплый летний привет и добро пожаловать! Сегодня с вами у нас будет очень вкусный кулинарный влог. Если вы любите голубцы, но никогда не пробовали долму, давайте сделаем это вместе. Я постараюсь осветить многие нюансы приготовления этого замечательного летнего блюда. И если у вас есть какие-то свои семейные секреты, то, пожалуйста, поделитесь ими с нами тоже. Рис мы промываем и дальше мы его отвариваем до полуготовности. Для меня легче всего использовать рисоварку. Хотела показать вам, как выбирать листья, если вы будете готовить долму из свежих виноградных листьев. Постарайтесь использовать листья от белого, а не темного винограда, они будут мягче. На молодых побегах, считая от конца побега, вы будете брать или третий, или четвертый по счету листья. Старайтесь выбирать листья без вырезов, а более круглой формы, только потому, что в них будет легче заворачивать фарш. И затем я покажу вам для сравнения, что обратите внимание не только на лицевую, но и на тыльную сторону виноградных листьев. Она должна быть светло-зеленой, но не беловатой. А те листья, которые у вас будут матово-беловатые с тыльной стороны, они будут более жесткими. А те, что светло-зеленые, они останутся сочными, нежными и вкусными. Я знаю, что в разных языках это блюдо будет называться по-разному. В Армении говорят толма, в Азербайджане говорят долма. Надеюсь, что мы не будем спорить о том, как говорить правильно, как говорить неправильно. Можно говорить и так, тем более, что как бы мы его ни назвали, оно все равно останется необыкновенно вкусным. Единственное, что я хочу, чтобы вы запомнили, это то, что когда вы отбираете листики, обращайте внимание на тыльную сторону, чтобы она была светло-зеленой, а не беловатой. Существуют разные способы того, как заготовить свежие виноградные листья впрок на зиму. Вы можете их герметически упаковать в пластиковые пакеты или бутылки. Также вы можете их засолить и закатать в банки. Зимой лично я часто покупаю уже готовые листья винограда. И на случай того, что вы живете в Америке, я показываю вам, как они выглядят. Их продают абсолютно во всех супермаркетах. Хвостики мы обрежем заранее, до того, как мы начнем работать с нашими листьями. Залейте свежие листья кипятком и дайте постоять им примерно 5-6 минут. Зелень, которую мы будем добавлять в фарш, это петрушка, кинза, укроп и немного мяты. Очень многие добавляют обжарку из мелко нарезанного лука и чеснока. В зимнее время года все эти свежие травы вполне можно заменить сушеными, но летом, когда у вас есть своя дача, ваша долма получится особенно вкусной именно со свежей зеленью. Насчет того, какой мясной фарш лучше всего использовать, это зависит лично от ваших предпочтений. Я буду использовать комбинированный фарш из трех сортов мяса – говяжий фарш, фарш мяса индейки и свиной фарш. Я беру их примерно в равных пропорциях. Дальше я хотела сказать, что в Америке в большинстве случаев я видела виноградные листья, фаршированные с очень малым количеством мяса или вообще без мяса, только с рисом. Вот это я видела в большинстве случаев. И на самом деле мне нравится больше, когда делают вместе и мясо, и рис. Вот как именно делали в наших постсоветских республиках. Поэтому нет правильных или неправильных пропорций мяса к рису. Вот этого соотношения я делаю лично на глаз, примерно треть или четверть риса, и остальное будет у меня фарш, и также будет добавлена зелень. Вы же можете делать в абсолютно любых пропорциях.
Я добавила фарш, соль, перец, комбинированную специю хмели сонели. Если у вас ее нет, добавьте базилик, красный перец, чабер, семена сельдерея. Небольшую баночку томатного соуса и примерно столько же по объему воды. Перемешайте все тщательно до получения однородной массы. Напоминаю вам, что рис, который я использовала, он был отварен до полуготовности. Я видела такие рецепты, что клали абсолютно сухой рис, но в большинстве случаев использовали рис, именно который был отварен до полуготовности. Когда мы начнем фаршировать наши листья, мы положим их лицевой или глянцевой стороной от себя на стол и положим фарш на тыльную сторону. Существует множество разных способов, как заворачивать виноградные листья. Некоторые заворачивают очень длинные и тонкие, буквально как сигаретки, а другие же заворачивают их в виде каких пухлых, кругловатых, квадратненьких конвертиков. Нет правильного или неправильного способа, но смысл в том, что все ваше мясо должно быть завернуто в отдельные листочки. Совершенно нетрудный процесс, но он, конечно, займет у вас определенное время. И хорошо здесь подключить кого-нибудь из домашних. Например, как это вы делаете, когда вы лепите пельмени. Всегда делать это веселее, когда делаешь компании. Или вы можете это делать и смотреть какую-нибудь программу по телевизору. Или смотреть какое-то видео. Дно неглубокой кастрюли я смазываю оливковым маслом, и затем я укладываю на него листья, которые у меня, допустим, порванные, или они у меня какие-то нестандартные, и поверх них я уже буду укладывать фаршированные виноградные листья. Старайтесь укладывать их как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не было никакого пространства и они у вас не развернулись в процессе готовки. Сверху на долму я положила немного сливочного масла, затем я закрываю все тарелкой, переворачивайте эту тарелку и сверху вы нальете воды примерно до верхнего уровня вашей долмы. Закройте все крышкой и вначале вы установите огонь на максимум, чтобы довести все до кипения. Во второй кастрюльке я делаю немножко по-другому. Сюда я добавила банку томатного соуса, немножко воды и добавлю немного разных специй. Вы также доведете на максимальном огне до кипения и затем вы убавите огонь примерно до минимального. Время приготовления примерно 40-45 минут. Вся ответственная кулинарная часть этого видео у нас с вами закончена. Мы с вами проделали огромную работу и осталась только презентация. И здесь мое личное убеждение, что ей всегда следует уделить особое внимание с тем, чтобы ваше блюдо было представлено в самом лучшем свете. Насчет соуса, который я подаю лично с домой, я поделюсь с вами своим рецептом. Я готовлю его из тех продуктов, которые имеются в продаже в Америке. Я использую равное количество сметаны, кефира и майонеза. Добавляю зелень и специи. Вы также можете добавить мелко порубленный чеснок. Приятного вам аппетита! Благодарю вас за просмотр и до следующих встреч!